Модель и актриса выложила соблазнительное видео. Не так давно мы публиковали подборку самых странных инстаграм-тенденций купальников 2019 года и задавались вопросом, куда это надеть и как в этом плавать. А вот Эмили Ратаковски на себе продемонстрировала, возможно, самый откровенный купальник из всей ее коллекции. Плавать она в нем не стала, но наглядно показала, для чего он нужен. Конечно, для того, чтобы продемонстрировать все достоинства фигуры. О формах Ратаковски лишний раз говорить не приходится, недаром красотка вошла в тройку самых эффектных и влиятельных моделей бикини. Формально этот купальник с леопардовым принтом относится к сплошным, однако абсолютно ничего не прикрывает. Остается только догадываться, как этот пляжный наряд выглядит сзади. Дерзкий лук Эмили очень понравился поклонникам. Ты сногсшибательно, ого! Это что-то новенькое, я 400 раз пересмотрел это видео. Оно завораживает, признаются комментаторы. Завораживающее видео Ратаковски опубликовала вскоре после того, как шокировала общественность волосатыми подмышками. В таком виде она снялась для Harper's Bazaar и отнесла свой поступок к проявлению феминизма и бодипозитива. Больше по теме Эмили Ратаковски показала небритые подмышки на обложке глянца. Модель приняла участие в бодипозитивной фотосессии. Конечно, я уверена, что большинство моих ранних приключений, посвященных изучению того, что значит быть девочкой, происходили под сильным влиянием женоненавистнической культуры, написала под снимком Эмили. Да что там, я также уверена, что многие способы, которыми я продолжаю быть сексуальной, сильно подвержены женоненавистничеству. Но мне приятно, и это мой чертов выбор.